7 июля. Киев, Украина. Дворец спорта. Евангелист Владимир Мунтян проведет служение разрушения родовых проклятий. Если какой-то нечистый дух, мерзкий демон может человека усадить в инвалидное кресло, если какой-то мерзкий дух может человека сделать больным раковым заболеванием, послушайте меня, всемогущий Святой Дух, он намного больше и сильней, и он может убрать этот рак. Аминь! Аллилуйя! Он может поднять человека с коляски! Седьмое июля. Киев, Украина. Дворец спорта. Разрушение родовых проклятий. Плюс 3 8 044 303 99 77.